Сегодня православные празднуют Преображение Господне, а в народе – Яблочный Спас. В этот день верующие приносят в храм для освящения плоды нового урожая – своеобразную награду за год тяжкого труда. Умельцы из села Тумкино это знают, поэтому работают без устали, не только в саду. О подготовке к празднику и народном промысле – Павел Игнатьев. В своей мастерской Вячеслав Абрамов пропадает сутки напролет. Вдохновение порой застанет ночью. Тогда приходится подниматься с кровати. Перерывов для творчества нет. Руки мастера снова тянутся к инструменту. Какой он народный умелец, Вячеслав Владимирович знает точно. Ну, во-первых, дерево любить должен. Это прежде всего. Ну и что-то такое. Усидчивость должна быть. Бесформенные куски дерева он превращает в произведение искусства. Домашнее убранство, вся мебель, сувенирные фигурки, двери и потолки создано своими руками, с душой и со вкусом. Только так. Кропотливая работа и усердие – залог успеха. Тогда и минусы идут в плюс. Фигуры мне не удаются, я не художник. А вот что-то такое по трафарету. Я прежде-то делаю трафарет из бумаги, а потом уже начинаю резать одну сторону, потом зеркальное отражение вторую сторону. Каждая дверь в его доме ведет в мастерскую. Их не две и не три, гораздо больше. При этом времени хватает и на любимый сад. В канун Яблочного Спаса Абрамовы собирают урожай. В этом году богатый. Едва успевают срывать созревшие плоды. Вот это, наверное, спелые. А, склевали птички. Типа, они тоже любят. Как всегда, любил яблоки сам Вячеслав Владимирович с самого детства. Своего сада у семьи не было. Деревья на участке не приживались. Вот по речке, там где-то в начале села были сады, плывут яблоки иногда. Одно, два, несколько. Вот ловишь и ешь. И мечтал я сад свой завести. Поэтому здесь и дом построил, и сад развел. В этом саду супруги трудятся бок о бок уже полвека. Недавно справили золотую свадьбу. Богатый урожай, как всегда, собирают вместе. Раздают соседям и родным. Не жалко. Это природное. Да. Пусть едят люди. После долгих трудов Преображение Господне они встретят праздничным застольем, как и положено, с пирогами и яблочным вареньем. В этот день плоды освятят в храме, выражая признательность за Божью благодать. Павел Игнатьев, Денис Миронов, Илья Рябов. Вести Ульяновск, село Тумкино, Тереньгольский район.